Орда Гюлер. Вот на твой взгляд, Орда Гюлер это бенефициар такой концовки без мотивации, где он мог больше играть, расслабленно играть и, следовательно, проявлять себя настолько ярко. Вот там, болельщики Барселоны, болельщики Реала постоянно припоминают, что он смог забить больше голов, чем Ямал за весь сезон, а вот вы пиарите не того. Ну, в общем, это бенефициар просто вот такого режима концовочного, либо это действительно мега-талант, который уже готов разрывать. Ну, здесь нет или. То есть, по мне, это очень талантливый игрок. Он когда первый раз появился в Кубке Короля, они играли, я уже сейчас не помню точно с какой командой, извините, он вышел на поле, и мне вот понравилось то, насколько он дерзкий. То есть он командовал, он там Модричу говорил, ты куда отдаешь передачу, ты мне сюда давай. Он очень хотел мяч получать всегда. То есть сразу было видно с первых минут. Может быть, сказывается, конечно, это давление турецкое, они же хотят, чтобы он сразу играл. Но вот он вышел и сразу стал командовать на поле. Не все получалось, но он командовал. То есть это характер, это очень важно было заметить. То есть он талант, он много что умеет. Он бенефициар концовки, да. Это не то, что без мотивации, но, да, действительно более расслабленный режим. Он мог больше играть. Хорошо, что у него вот эти туры были, когда он мог себя показывать, когда не давлел результат, и можно было больше рискнуть. Он их получил, он получил больше матчей, чем мог бы получить при другом раскладе. Но ему это поможет, как мне кажется. А то, что он талантлив, то, что, скорее всего, он в следующем сезоне останется и будет получать больше времени, ну вот это хорошо. Меня в целом очень понравилось то, как Реал играл, когда уже они стали чемпионами. Потому что это могли бы быть такие вот условно пьяные матчи, когда выходишь и думаешь уже только о Лиге Чемпионов. Нет, они показывали очень качественную игру в каждом матче. Ну, может быть, до последнего. Вот очень медленно было с Бетисом, а до этого в том числе и 4-4 с Вильяреалом. Первый тайм просто был разрывной. Я огромное удовольствие получил от этих матчей в конце сезона, и Арда Гюлер просто был важной частью.